13 октября Ульяновский государственный оркестр «Держава» открывает новый концертный сезон программы «Вояж дружбы». Оркестр продемонстрирует самые разные грани своих возможностей, исполнив фрагменты из классических опер Джузеппе Верди, музыку Иоганнеса Брамса, Михаила Глинки, Александра Глазунова. Во втором отделении прозвучат любимые баллады Джо Дассена, Муслима Магомаева, Шарля Азнавура и Фрэнка Синатры. В этой программе принимает участие один из самых востребованных, известных, популярных и любимых певцов – Рамил Аймединов. Он победитель многих самых престижных международных конкурсов эстрадной песни, в том числе и телевизионных. Его прекрасно знают не только во всех регионах России, но и в средиземноморских странах, в странах Карибского бассейна, и в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде. Как отметила директор оркестра, в руководстве произошли крупные изменения. Уходит на заслуженный отдых создатель оркестра, заслуженный артист Российской Федерации Николай Булатов и дирижер Валерий Уткин. За дирижерским пультом выступит новый художественный руководитель оркестра. Отправился к себе на родину Валерий Уткин, который долгие годы возглавлял наш оркестр в качестве главного дирижера и художественного руководителя. А ныне он работает в Челябинской филармонии, именно там его родина, в Челябинском симфоническом оркестре. И вот открытие концертного сезона, этот концерт будет проводить новый художественный руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Казанской государственной консерватории имени Жиганова Сергей Владимирович Фирулев. В концерте также примут участие и лауреаты международного конкурса, солисты Ленинского мемориала Елена Рождественская и Альмира Сидорова. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.